озера. Здесь мы могли увидеть ледник, ледник со снегом. Даже вот в летнее время, начиная с июня по август, в июле, в августе, мы могли здесь увидеть, мы видели здесь ледник. Он был здесь, ну, достаточно такой большой. И получается, за последние 3-4 года он полностью исчез. Сейчас ни снега, ни ледника. Вот мы, к сожалению, не можем увидеть. Из-за изменения вот климата, из-за повышения вот среднегодовой температуры, в целом из-за повышения температуры не набирают нужную массу и деградируют, да, таяние увеличивается. Связано с тем, что в верховьях этой долины ледники при отступлении образуют моренно-ледниковые комплексы, на их поверхности формируются озера, скопления воды, которые не имеют устойчивой плотины. Эти плотины прорывают, и вся вот эта масса воды устремляется вниз, в долину, захватывая вот этот обломочный материал, и все это выносится в долину Аварча,